Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас будет веселый лайфхак от Шпрота, я так его назову. Он сказал, я даже этому значения не придавал, но я думаю, может, многие знают эту тему, многие нет, но теперь есть возможность получить каждый день еще дополнительно 150 халявных самов. И это реально радует. Каким образом, сейчас я вам покажу, надеюсь. Заодно сейчас посмотрим, какие у меня плюхи на моей силе за квесты можно получить. Ну, один из лайфхаков, вот вам, пожалуйста, за сменки, у кого есть, кто видит сразу сменки, забирайте. 300 самого, это уже я показывал. 771 кгшка, нифига себе. Прикольненько. Давненько я уже не бегал сюда. Можно нормально кгшек нафармить, кстати. Так, нанять героя за кристаллы. Нанимаем. Получаем 25 самов. Офигеть просто. Может, сейчас еще и вытащим нового героя. Говорю, нового героя. Осколки новых героев, которые добавят. 66 самоцветов. Просто эпически. Видите, как надо, как надо накапливать самоцветы в битве замков. Вот так я сижу сутками, у меня просто безлимитка на квесты и коплю. Шутка, конечно, потому что многие реально в это поверят. Такс, пойти подземки. Я надеюсь, у нас получится это сделать здесь. Я квесты, в принципе, не фармлю. Бедный землеройка Фрэнк. Ушатались. Как вы могли? Надо поставить питомца. Париться. Нормально, кстати, дают за квесты. Можно фармить квесты, что я их не фармлю. Так, от обновы до обновы каких-то лишних 50к можно нафармить. Так, есть. Один есть. Ну, мы, в принципе, можем делать вот так вот, чтобы не особо мучиться. Пока есть возможность. Что-то я не понял, челлендж Эварден. Что-то я не понял прикола квеста уже. Раньше было просто выпускаешь. Ну, мы сделаем вот так. Так, с итого. Неплохо. 50 лишних кгшек. Так, ну давайте. Блин, опять не тот квест. Видите, какая-то подстава одна. Быстренько сделаем это дело. Блин, нормально ресурсы у меня дают. Че я не фармлю, посмотрите. Не зря, вот, ребята, ради чего надо качать 2 ляма силы, чтобы проходить квесты просто налегке и получать офигенные плюхи. Такс. Затонили херову тучу бабла только чтобы для того, чтобы получать потом кгашки и ману в квестах. Смотрите, вот это вот самая мега имба. Краб, который просто сейчас просто стычки, ребят, разнесет сразу же камень. Без смс и регистрации. Смотрите, чик, ну не имба. Такс, поехали дальше. Пофанились.
Так, нам надо магию даже использовать. Нифига себе. О май гад, у меня даже магия есть. Хоть вспомню, что это такое. Все, что заработали, все потратили, короче. Так, ну давай. Рандомчик. Есть. Вот. Теперь самое интересное. Есть у нас квестик. Вот этот вот за 150. Раньше на него бесплатка не работала. Ну, то есть бесплатка по сути не работает. Сейчас есть возможность, вот если у вас есть, не тратьте сразу же вторую попытку. Возможно, у вас в квестах вот выпадет такая вот тема. Найм героя. Соответственно, заходим сюда. Нанять героев. Так, сейчас я. Ну, я отключу. Потому что я знаю AGG. Может всякие голые бабы еще вылезти. Нажимаем просмотреть. О май гад. О май гад. Нет, такое нельзя на моем канале смотреть. Такие дракончики бегают. Вот, кстати, интересно, у кого какая реклама веселая всплывала на игре, вот именно с этих бесплаток. Напишите в комментах, потому что у меня каждый раз всякая разная хрень попадается. Не понимаю, откуда. В основном здесь должны быть какие-то более-менее рекомендации по региону. Но тут просто трэш. Итакс. Лайфхак от Шпрота. Мы выбили в итоге за просмотр рекламы циклопа. Многие ребята, кстати, вытаскивали отсюда лего, но я еще пока не вытащил, потому что я это вообще не смотрю. Мне это не интересно. Но что в итоге мы имеем? В итоге мы имеем еще, вот посмотрите, у меня сейчас 767, то есть я не тратил. Чик. 917, ребят. Вот. Неплохой вариант, кстати, добыть еще хоть какие-то самоцветы для без доната. Понятно, для доната это... Ну, что такое 150 самом на сегодня, это ни о чем. Но для без доната реальный шанс получить хоть какие-то дополнительные плюхи. Вот, поэтому спасибо, Шпротище, ты нам подсказал. Ну, это, я надеюсь, поможет тем ребятам, кто копит самоцветы, либо без донатам, которым это трудно дается, потому что на многих серваках реально проблемно, ну не на многих, на всех проблемно накопить, но вот именно квесты это одно из, скажем так, одна из возможностей нормально накопить самоцветы от обновы до обновы там, либо до роллинга следующего. В общем, вот такие вот дела, ребят, поэтому пользуйтесь, я надеюсь, вам это поможет. Поставьте по лайку, кто не знал, кто знал, тоже по лайку поставьте. И пользуйтесь этим моментом, потому что кто его знает, может они уберут его скоро, не знаю. Ну, хоть какая-то халява есть. Хотя с таким темпом, как они все делают в игре, то же самое за пределе. Я показал им, рассказал за этот, за баги, нифига не сделали. Я забил. За баги на других локациях тоже забил, потому что, ну, это бессмысленно. Они дали понять, что они не хотят ничего менять, их так все устраивает. Ну, если их устраивает, пусть устраивает, не знаю. Еще есть один вариант, ребят. Кто хочет получить нормального героя, вот камешки на определенных серваках реально. У меня здесь по одному камешку ролится. Давайте еще немножко. Ну что там, имба какая-то будет или нет? На некоторых там больше количество, но там круче героя. 9, 8, командорка, 7, ничего себе, квинваш, 6, 5, 4. Ну дайте уже какого-то нормального героя. Тык. Ну просто имба выпала, 20 осколков.
Шанс собрать тоже довольно-таки неплохой, но это донатный вариант, но на некоторых серваках есть возможности без донатов. В общем, такие вот дела. Пишите комменты. Спасибо Шпроту за лайфхак от Шпрота. Всем удачи. Всем пока.